мечта? Я думаю, что да, как у всех. Можете рассказать, ну, более о ней хотя бы. Про мечтах говорить, даже если... Ну, мир – самая главная мечта, я думаю. Да, никто не хочет войну, никто не хочет, чтобы нам было нехорошо, поэтому... Да, мир, я бы сказала. Все остальное можно самой добиться. Мир – это связано со всеми. Вы очень эмоциональный человек по натуре. Вам эмоциональность помогает в жизни или, наоборот, мешает? Иногда помогает, я думаю. Помогает, потому что эмоциональность помогает остаться мечтателем, даже если иногда все не так, как мы хотим. Но часто тоже мешает, потому что некоторые вещи больно, но все равно... Надо быть эмоциональной, потому что мы же люди. Вы знаете, очень есть люди, которые приходят на ваш концерт только, наверное, для, даже если они не любят классическую музыку, они приходят только для того, чтобы вот, побыть в вашей ауре, посмотреть на вас, наверное, вот, получить эстетическое наслаждение, наверное, от такой красоты. Как вы на это смотрите вообще? Ну, я рада познакомиться с новыми людьми. Я рада, что могу привлечь... интерес к классической музыке, для меня это как бы честь, я считаю, неважно, почему приходят, главное, что потом слушают музыку. Но я думаю, что они приходят не потому, что как бы им интересно что-нибудь, которое поверхностные вещи, они приходят, потому что они чувствуют, что есть настоящая любовь к тому, что я делаю, и к людям. Я думаю, они чувствуют, что я их люблю на самом деле. И, по-моему, нам хочется быть вместе, как-то любим друг друга, и вот это я чувствую с публикой. Вы знаете, у нас пошел такой слух, что у вас есть какие-то армянские корни, потому что Буниатишвили, Буниатян. Все, это последний вопрос. Она уже об этом рассказала. Я не... Я не знаю про эти корни. Если есть, мне было бы интересно просто...